поднимающаяся бабочка. Чтобы сделать эту бабочку, нам необходимы следующие материалы. Теперь возьмем двойную картонную бумагу и с помощью клея приклеим красочно окрашенную бабочку в одну сторону. Теперь заклеиваем с помощью клея вторую сторону. И также приклеиваем пустые пасты от авторучек. Потом приклеим другие стороны. Теперь отрежем лишние концы от паст. Вот и готово. Теперь возьмем палочки и сделаем 6 выемок. Теперь с помощью иглы с иголкой возьмем 2-метровую нитку и соединим через пасты. В конце одних сторон с помощью узелка присоединим бусинки, а в другую сторону соединим палочки. Вот и готова наша бабочка. Теперь повесим бабочку в середину петля и теперь тянем поочередно бусинки. Если опускаем напряжение, то бабочка приходит в свое расположение. На самом деле очень красивая бабочка.